Здравствуйте, любимые наши студенты, любители живописи и в данном времени любители хризантем. Наконец-то наши цветы хризантемы в полную свою красоту проявились по земному шару. Ну и вот у нас на Украине идешь по базару цветочному, видов хризантем, видимо-невидимо, глаза разбегаются. Ну, сегодня у нас, мы так заявили, золотая царская японская хризантема. Вообще, этот цветок хризантема, как сказать, фирменный знак Японии. Вот как в Голландии фирменный цветок – это тюльпан, так в Китае и в Японии молятся вот на этот цветок. Почему, расскажу позже. Ну вот Вовочка спечатал целый трактат мне о хризантемах, почему его любят, почему его различные виды выращивают и почему его рисуют на кимоно, почему его рисуют на царских одеждах, потому что этот цветок в переводе называется солнце. И вот мы сегодня это солнце нарисуем с вами.